Гимназисты сменили будничную форму на нарядные платья и костюмы. Ежегодный бал по итогам учебного года – долгожданный праздник для учителей, родителей и учащихся гимназии Эврика. Учебный 2014-2015 год был достаточно успешным. Педагоги и учащиеся активно участвовали в различных конкурсах, олимпиадах и спартакиадах. Более 300 учащихся приняли участие в олимпиадах и конкурсах и конференциях. Фролова Дарья заняла первое место на международной конференции в городе Саратове. Иванова Дарья и Карасева Анна сейчас в Москве, в Государственной Думе, защищают свои проекты. В конкурсе «Меня оценят в 21 веке». По традиции вручили премии и награды. Чествовали педагогов, для каждого своя номинация. Золотой хронометр, совершенствование от предела и другие. Гимназисты и педагоги подготовили творческие подарки к окончанию учебного года. Ты даришь руки, ты даришь краски, и оживают детские сказки. Гимназия учит учиться, страною своей. Сцена пестрела от ярких костюмов, но еще ярче были эмоции.